Здравствуйте! На календаре 7 сентября. Сегодня Москва празднует День города. И у нас в гостях мэр столицы Сергей Собянин. Сергей Семенович, очень рада видеть вас в нашей студии. Привет. Здравствуйте, рада очень. Сергей Семенович, сегодня великолепный праздник. Позвольте вас поздравить с Днем города. Тысячи мероприятий в городе. Я понимаю, что все не перечислишь, но на ваш взгляд, какие самые яркие? Ну, самое яркое – это, конечно, открытие Дня города на Красной площади. Это стало уже традицией. И, пожалуй, самым главным таким отличительным характером празднования этого сезона, этого года, стало то, что мы начали задействовать те площадки, которые создавали в течение всего этого периода. Пешеходные зоны, новые парки, новые скверы. И вот такую площадку, как ВДНХ, которая, ну, раньше назвать площадкой для праздника было тяжело. Да, это было невозможно. Сегодня это одна из самых популярных площадок. Да, народу очень много. Какие здесь мероприятия происходят в эти Вообще, дни? Площадка ВДНХ, она как бы на этой площадке разворачивается детский праздник. Детский день города. Да, детей и очень много. Полностью ВДНХ отдана на откуп детям. Это страна Кинзания, где ребята в своем городе создают что-то, работают, зарабатывают, управляют городом. Здесь площадки, на которых дети занимаются с департаментом транспорта, они создают такси, там движение, организовывают процесс движения транспорта и так далее. Экологические площадки, площадки связаны там с экономией энергии, то есть огромное количество спортивных, детских площадок. Все это создает такую праздничную атмосферу, и на ВДНХ только за вчерашний день, вы не поверите, прошло около 1,5 миллионов человек. Ничего Это себе. Практически абсолютный рекорд работы таких площадок.